Утренний комплекс, а настройка твоего тела. Встаем на цыпочки, делаем вдох, руки вверх, выдох, опускаем руки. Еще раз вдох, выдох, дышим. И последний раз вдох, выдох. Из этой позиции делаем балеринку, отступаем правой ногой, тянем ручку, встаем на правое колено и вытяжение к левой прямой ножке. Делай все в своем темпе, расслабься. Наклон вперед, тянем ягодички, улыбаемся. Подставляем левую ножку, поднимаем ее, расправляем. Здесь ты чувствуешь энергию, поднимая ее вверх из своего сакрального центра. Этим движением балансируешь, не переживай, впоследствии ты сможешь делать в точности так же комплекс. На другую ножку балеринка, тянем ручку, легкая растяжка, наслаждение. Встаем на левое колено и тянемся к правой прямой ножке. Вытягивайся. Наклончик, расслабься, делай все с легкостью и наслаждением. Это твое доброе утро. Поставляем правую ножку, разгибаем в колени, собираем энергию, балансируем мужское и женское. Разворачиваем ладошки. Делаем круги вправо в 3 раза. Наслаждайся, улыбка на лице и влево. Как ты можешь в своем темпе? Ты все успеешь, у тебя все получится. Теперь опускаемся вниз, расправляем ножки. Тут вытягивается голеностоп, легкая растяжка. Улыбайся, главное. Садись на колени и делаем шпагат. Такой мини-шпагат. Отшагиваем правой ножкой, потяни внутреннюю часть бедра, затем левая. Угу, почувствуй. Встаем в позицию кошечки и начинаем крутить бедрышками. Раскачиваем нашу энергию, свадхистану, наш сексуальный центр. Раскачивай как можешь в своем темпе, садись на корточки, руки вытягивай. Хоп, и опускай попу вниз. Улыбайся, опускаем вниз лицо. Из этой позиции скользим грудью и поднимаемся наверх. Взмах головы делай, раскачивай энергию. Пробуди свое тело. Делай этот комплекс 3 раза. Поднимаем ножку вверх. Ты научишься делать все в последовательности. Таким медленным перекатиком, отталкиваясь руками. На другую сторону тяни ножки, растяжка ног, молодость тела. Теперь мы ложимся в одну, в другую сторону. Согни ножку и также грудью поднимаемся вверх. Все, умничка. Насладись. И я тебя приглашаю прослушать мою медитацию «Доброе утро».